23 июня в Черкесске пройдет всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Сегодня на пресс-конференции в Центре занятости населения города Черкесска подробно рассказали о предстоящем масштабном мероприятии. Репортаж Дарьи Тындит. Основная цель всероссийской ярмарки – не только быстрый подбор вакансий, но и помощь в планировании карьеры. Около 40 работодателей нашего региона, участвующих в ярмарке, заявили о 800 открытых мест. Наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости. Нововведением для желающих трудоустроиться стало онлайн-собеседование с работодателями из других регионов, отметил Заур Баташев. На ярмарке трудоустройства будет работать площадки для работы с посетителями, а именно площадка для личного общения работодателя с искателем, площадка профориентации, карьерного консультации, также будет площадка для образовательных учреждений. В базе данных Центра занятости больше 1200 вакансий. 700 из них предназначены для замещения рабочих профессий. Также имеются места для инвалидов, отмечает начальник отдела Елена Цацурина. На ярмарке трудоустройства будут предоставлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. При посещении ярмарки соискателям рекомендуется подготовить резюме и несколько копий для распространения среди работодателей. Хочу отметить, что сейчас уровень заработной платы в вакансиях, которые у нас в службе занятости заявлены, приближается в основном у всех к среднему уровню заработной платы по республике, то есть зарплаты не минимальные. Ярмарка трудоустройства будет актуальна и для предприятий, которые испытывают потребность в кадрах, а также образовательные организации, которые могут предложить обучение по наиболее востребованным в республике профессиям. Работодателям необходимо подать заявку на участие в мероприятии, и обязательным условием является заполнение сведений о вакансиях на единой цифровой платформе «Работа в России». Здесь работодатели должны указать полную информацию об имеющихся вакансиях, об уровне заработной платы и о требованиях к соискателям. Ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» состоится для всех желающих найти работу или подработку на определенный период. Учащиеся школ могут пройти профориентацию и познакомиться с представителями учебных заведений. Всю интересующую информацию жители смогут получить в одном месте в одно время, что очень удобно. Состоится ярмарка 23 июня во Дворце культуры Черкесска по адресу площадь Гутякулова, 2Б, начало в 10:00. Дарья Тындит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.